Привет! Вы на канале «Чистая деревня», а мы сегодня на нашем участке. Но приехали мы сюда не для того, чтобы работать, а для того, чтобы отдыхать. И поэтому сегодня мы жарим сосиски вдвоем с Викой. Да. Уже и новая земляничка пошла. Так, вот осенью вместе с травой скосили цветочки. Вот они уже проклевываются. А это у нас вот сирень. Ну что, Паша, когда у нас будет еда уже? Так, тут у нас есть такие наконечники силиконовые, чтобы не пораниться, надо их не потерять. Ну что, Паш сказал, нанизывать можно. Так, у нас тут уже кофеек налит. Начинаем. На природе первый раз в этом году. Ура! Берем салатик, огурчик и помидорчик. И теперь заворачиваем. Тын-тын-тын. Все. Ну вот уже закат. Птички поют. Собираем вещи. Нужно будет здесь сделать уборку, пока не выросла трава. Как-то устроим субботник, чтобы все вот эти ленты поубирать. Какие-то бутылки у нас валяются. Все отсюда повывозить. У нашей Нивы, как вы знаете, для того, чтобы она имела повышенную проходимость, необходимо стравливать колеса. То есть спускать в них воздух до определенного количества атмосфер. И в этом нас уже который раз выручает компрессор от фирмы Zuber. Zuber – это надежность и качество. Это вот такой органайзер, который Паше подарили на Новый год. Супер вещь, мне кажется. Ну, типа, если бы не было его, то все, что находится здесь, оно бы было просто тут валялось везде. Вот. А так тут все составлено аккуратненько. Все тут на месте. Так вот закрываем. И все. Скоро Пасха. Вика нашла стойку с красителем, всякими наклейками. Сейчас она выбирает, какие хочет. Я, короче, хочу в этом году сделать вот такие, это, я так понимаю, что-то типа липкой краски. Хочу, чтобы они такие были бронзовые, золотые, серебряные. Ну, еще взяла вот такие, просто я не устояла, как девочка перед такими цветами. С розовенькими. Ну и наклейки никакие точно не хочу, потому что мне кажется, это как-то не стильно. Никогда с детства не любила всякие такие штучки. Сейчас покупаем такие кассеты для... И еще здесь земля. Вон для наших цветочков, потому что в этом году мы будем на участке сажать цветы. Надеюсь, что будет красиво. Надеюсь, что на цветах закончится все. Ну, я имею в виду. Потом помидорки еще посадим. Сегодня у нас две упаковки петунии вот будем высаживать. Вот такая красивая.
красота. Потом у нас астра белая, такая вот красная, и вишнево-розовая. Мне кажется, это красивенько смотрится. Так, и цинии две упаковочки. Такие солдатики, что ли, их называют. И что у нас на столе имеется? Земля универсальная, перчаточки, чтобы не портить маникюр, ложечка, ножичек, наши контейнеры и пульверизатор. Так, вот мы уже комплектовали 4 таких брикетика. Здесь у нас астры, петунья. В общем, много получится цветов в этом году. Вот сейчас пойдем еще купим земли, потому что немного не хватило земли и самих вот этих контейнеров. В этом году у нас на участке должно быть много цветов. Сегодня удался прекрасный день для Нивы. Мы сегодня купили шины себе, внедорожные, классные шины. Сейчас поедем на шиномонтаж и будем их устанавливать. И потом тестировать по грязюке. Поставили резину. Красиво теперь. Теперь мы точно нигде не застрянем с Викой. Приехали к Максу в гости, это брат Вики. Вот бабушки и тети. Бабушки и тети. Проведем небольшую экскурсию. Это вот Вика, это я картину дарил ей. Молюсь. Да, висит она здесь красиво. Вика сама ее рисовала, просто с фотографии по номерам. А это заслуги Макса. Меньше 2 лет он занимался вот слаломом. Не, слаломом больше, но это Never give up. Именно олимпиадные движения всякие. Да, это олимпиадные движения. Тут посмотрим. Давайте посмотрим. Так, первое место, третье место, второе. Первое. Первенство России. В общем, они выезжали куда-то там в Краснодарскую область, в Московскую область. А, что это слалом и грибной... Грибной слалом и рафтинг. Грибной слалом и рафтинг. За грибной слалом там пару штук, за рафтинг больше. Сейчас решили проверить, как тут наши росточки, которые мы сажали цветы. И уже кое-что у нас есть. Некие результаты. Продолжаем принимать подарки. Да. Пришел стул. Который мой брат с Катей и с Левушкой подарили Паше. Такой высокий. Да? Нет. Ничего себе. Спать можно. Что он такой вдруг? Садись. Да. Все, правильно? Да. Так, ну что? Называется Трамп. Вот это я точно Трамп, конечно. Класс. Офигеть, он такой огромный. Ну чё? Вообще огонь. Вот прям это есть штука. Ну все, говори спасибо. Спасибо. Саша. Спасибо, Саша, с Катей. И Лёвой. Ну чё, ты счастлив? Да. Ты же хотел себе стул для рыбалки. Он реально... Мусенек и все. Тут прям вообще, как кресло. Прям не стул, а трон. Да? Тут фоки какой огромный. Это можно как компьютерное кресло тебе... Твой стул выбросить? Клюк можно. Да, поставить. Класс? Да. В прошлом видео мы снимали, как здесь установили детали космического корабля для перцев. И... Уже вот какие красивые. Вот, и вот они уже, да, насколько выросли. Это мама уже пикировала. Максим, как вам? Огонь, пробежечка. У меня как раз сегодня шил уже. Опять меня забыли.
Так, наша избушка на курьих ножках вроде стоит. Ничего не отвалилось за зиму. Но я думаю, снега здесь было по самый потолок. Судя по тому, что здесь вся обшивка отлетела, здесь все было супер сырое. У нас случилась маленькая неприятность. Такая вот пышная сосна, как Паша говорит, не выдержала, видимо, снега. Не знаю. Прям что-то она совсем... Яма наша туалетная цела, но всех вас, скорее всего, интересует, как дела с нашими стройматериалами, которые у нас в одном из предыдущих видео благополучно украли какие-то нехорошие люди. Но, сделав ревизию, хочу сказать, что материалы все на месте. Остатки не украли, потому что они длинные. Но вагонку здесь в упаковках мы больше хранить, конечно, не будем. Когда мы сюда проведем электричество, здесь повесим везде камеры, и тогда у нас тут точно никто ничего не сворует. Ну и еще забор хорошо бы сделать. Решили еще заехать на участок к родителям. Здесь, конечно, все уже очень сильно растаяло. Прошло меньше недели с того момента, как мы здесь были последний раз. Все очень быстро тает. Здесь, помните, какие были сугробы? Вика здесь лазила по сугробам. Буквально дней 5 назад. И все, от сугробов уже ничего не осталось. Можно спокойно проходить. Сразу на следующий день после того, как мы посетили наш участок, мы поехали в Москву, чтобы погулять там в выходные дни. И вот у нас собралась компания, как обычно, тут Аниска, Максим и Линка. Вот. Сегодня, надеюсь, мы что-нибудь снимем и будет весело. Планов пока особо у нас нет. Да, мы, как всегда, планировали много всего, но в итоге мы не знаем, куда мы пойдем. Остановились на заправочке, чтобы попить кофе с ребятами. А у меня шоколад. Какао. Они составили в машине. Ей, потому что нельзя сейчас пить кофе, не есть. Так, мы уже заселились в номер в отеле. Такой вот сейчас мини-обзор. А, окно, кровать. Микроволновка есть, вот тут ребята. Покажи, как он выглядит, может, ты другой взяла? Вот такой вот номерочек. Покажи, как он выглядит, может, ты другой взяла? Приехали на ВДНХ, на выставку России. Сейчас идем смотреть павильон регионов. А вот здесь уже первые цветочки проклюнулись. Скоро будет все в клумбах, все красиво. Пущенный сад. Был на женщины зелье падки, и разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз златокарий омут, и чтоб прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому. Поступь нежный, легкий стан. Если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным, я б навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил. Только б тонкой касаться руки и волос твоих цветом в осень, я б навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Добро пожаловать в Рязань, друзья! Show me heaven, just to leave me down in hell. You don't come around here no more.
бар. Покажи технику. Мы просто уже постоянно рекламу делаем на него. А сегодня мы Максима, мою тетю сюда уже привели. Сегодня у нас еще девчонки не были. В общем, покажем им, как здесь все вкусненько. Тут мы ребятам предложили съесть личинки шелкопряда. Максим, Паша, но они отказались. Девчонки, мы вам подарки купили. Все, открываете. Паш, это же все дорого. Настоящие мужчины. Просто посмотрите, какой гигантский кусок мяса. И вот наш день подходит к концу. Мы сидим с Максом в номере. Ждем Вику. Девчонки уже спят. Едим рыбку. Вот, а мы едим рыбку. И скоро тоже пойдем спать. Так что всем спокойной ночи. Все, пришел день выезда. Наше путешествие, наше мини-путешествие закончено. Мы уже собрались выезжать из отеля. Сейчас поедем еще на пару мест, погуляем. Такое было путешествие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно скоро будет лето, много нового контента. Что касается отеля, где мы жили, то это отель Амай. Находится на улице Верхняя Первомайская 2А. Отель довольно-таки неплохой, ничего такого изысканного, и все довольно-таки бюджетно. Девчонки, в магазине косметики мы с Максом пошли играть в настоящие мужские игры. Покушаем и будем выдвигаться потихонечку домой. И на этом наше путешествие закончится. Но, возможно, оно было не последним. Еще у нас впереди много всего интересного. Итак, начинаем делиться первыми результатами наших посадок. Помните, мы недавно сажали. И смотрите, мы были пару дней в Москве. И уже до какого размера за 2 дня они буквально выросли. Наверное, уже надо снимать пленку пищевую, да? Надо у мамы спросить. Ну, прям вообще класс. Это какие цветы? Астры, наверное. Это астры. Быстро растут. А вот в этих что-то пока как-то тускло совсем, ничего нет. Может быть, им кислорода не хватает? Может, открыть эти крышки? А? Что тут? Не проклюнулись? Не проклюнулись к чему-то. И вот в этой ничего нет. Может, конечно, это все позже всходит. Сегодня я приехал на участок для того, чтобы почистить ульи и привести их в порядок к новому пчеловодному сезону. Задача состоит в том, чтобы сейчас почистить ульи, те, которые не пережили зиму, и обжечь их, и еще покрасить некоторые места. Какой у тебя в этом году будет урожай? Урожай такой же, как и в том году был. Что именно? Ну, огурцы, помидоры, перец, лук, чеснок. Чеснок так хорошо взошел вообще. Мы в том году собирали березовый сок, а в этом году? Тоже собираем.
И вот уже следующий день, и мы снова выдвигаемся на участок, чтобы немного там поработать, пожарить сосиски и просто отдохнуть. Вот. Но чем больше семья, тем дольше происходят сборы. Поэтому у нас сегодня пятеро, и мы очень долго собираемся. Это даже больше, чем когда Вика сама пытается куда-то собраться. В общем, надеюсь, что к вечеру туда доедем. Сегодня с друзьями приехали для того, чтобы пожарить шашлычки. Вот. Мы ничего не успели из-за того, что приехали сюда вечером. Вот. Сейчас пойдем разжигать костер, а мой друг Максим тем временем пытается придумать приспособление, чтобы достать ведро из колодца, которое туда зимой упало. Вот. Видимо, веревка развязалась и ведро свалилось. Не достанется. Там надо 6 метров. 5-6 метров. Уже разложили стол. Мы полезли на второй этаж. Нет. Залезь. Нет. Ребята все пытаются выловить ведро, но ведро там не железное. Так, одно из деревьев у нас здесь кем-то погрызано. Мы предположили, что это мышки. Так, сейчас прям зубки видно. Вот. И вот просто снизу дальше уже, видимо, не долезли. Друзья, вот таким был этот выпуск. Не забывайте нас подписываться, писать нам комментарии. И ждите новых выпусков. Уже начинается лето, и скоро будет очень много нового контента. Мы будем ездить часто на участок. Будет рыбалка. В общем, все, что вы любите. Все, всем пока. Теперь для рыбалки у Паши есть все. Да, все. Почему мы не выходим на улицу в столь прекрасную погоду, мы вам сейчас покажем. И нужно совершить некое открытие для вас. А все дело в том, что мы сейчас занимаемся съемками, предметной съемки. Мы сейчас снимаем вот эти чехлы для телефонов. К слову, это наш основной источник дохода. Вика занимается инфографикой, она делает картинки для маркетплейсов, которые вы все видите, когда заказываете товар. А я занимаюсь видеосъемками и видеомонтажом. Вот такой небольшой инсайт для вас, чем мы занимаемся. Помимо нашего участка, пчелы, рыбалки и всего того, что вы и так уже видели на нашем канале. Ну, слушай, не только это. Да, но еще, конечно же, мы продаем мед. Если вы хотите купить наш мед или пыльцу, то обращайтесь к нам в Телеграм или в любую нашу социальную сеть. Все ссылочки будут в описании. Мы вам с радостью отправим в любую точку страны и упакуем, как вы захотите. Кроме того, я занимаюсь видеомонтажом. Я монтирую свадьбы, свадебные фильмы, короткие, длинные, все разные. То есть сам я свадьбы не снимаю. Мне присылают готовый отснятый материал, из которого я уже создаю готовые продукты, готовые видео. Также, помимо свадеб, я монтирую видео для других блогеров. Они ко мне обращаются. Я им делаю, опять же, видео. Поэтому, если у вас есть свой YouTube-канал, то вы можете обратиться ко мне, и мы с вами сделаем клевый продукт, который зацепит зрителя.